Операция «Цитадель», оборона Черкасского, сражение под Прохоровкой. Узнать историю Курской битвы в подробностях школьники смогут на тематических уроках уже в сентябре. Они пройдут во всех учебных заведениях региона. Исторические факты и даты своими воспоминаниями с ребятами поделятся ветераны Великой Отечественной. Кроме того, вниманию школьников будет представлен документальный фильм «Курская дуга. Уроки русского» журналиста Владимира Грицаева. Кажется, что вот дети маленькие, да, вроде как им сейчас не очень интересно, там информационные там какие-то технологии интересуют, там всегда очень интересно. Надо просто побывать вот на этих мероприятиях. И всегда, когда бываешь, просто мороз по коже, потому что детей это трогает очень многих. Это действительно, если поставлена работа как следует, если в семье заложено это, а во многих семьях вы знаете, что это, в принципе, чтут память, это не пройдет даром. По итогам тематического урока ребятам предложат поразмышлять о значении победы советских войск в Курской битве.